Доброго времени суток, господа товарищи. Приветствую вас на игровом канале Восход. Сегодня у нас будет видосик по такой игре, как War Thunder. Ну что же, друзья, тут пока идет загрузочка, нам показывает прекрасный такой вид. Ну, показывали, пока вот скала не появилась. Но, тем не менее, будем играть на американском танке. Американском танке М2. Поставим вид камеры от взгляда игрока. Давайте как-то это все ускорим. Здесь я сделал для себя в предыдущем бою открытие, что через пробел можно стрелять из пулеметов. Ну и сами понимаете, начал шмалять быстрее. Ну, наигрался, ну и пошел в бой. Поехал. Ну что, давайте немножко. Тут как бы немножко бугагам снизим темп. Увеличим темп. И подождем, пока мы не выйдем на заданную позицию. На самом деле, идем мы как обычно, как я практикую, идем мы в обход к какому-нибудь краю, на какую-нибудь нычку. Ну и вот здесь давайте остановимся. Вижу я первых наших врагов, ПЗ-2С. Пытаюсь выцелить. Нет, не сразу, но удается. Вроде как, да, вон он, видать его шишечку, его башенку. Пытаюсь я совладать с прицелом. И, наконец-таки, производим выстрел. Попадаем в КБшечку. Раним им там командира. Второй выстрел снова КБшечку. Снова там какого-то члена экипажа, вроде как, что-то сделали с ним плохое. Ну и третьим выстрелом просто уничтожаем все, кто остался. Это наш, друзья, первый фраг. Ну, врага здесь много. По нам откидывается БТ-5. Клинит нам гуслю. Сволочь. Но мы достойно отвечаем. Первым же выстрелом просто отправляя его в ангар. Брать следующую технику. Ну, ищем следующую цель. Это А-13. Первым же выстрелом снова убиваем весь экипаж. Третий фраг. Орудие заряжено. Ищем следующую цель. Находим ее. Снова БТ-5. Мимо. Первый выстрел ушел в молоко, к сожалению. Но вот вторым выстрелом в центр агрегата мы убиваем четвертый фраг. Все нормально. Зачистили полуфланг, скажем так. Фланг. Отремонтировалась у нас тем временем гусля. Ну, я здесь какими-то своими поворотами, разворотами отъезжаю немножко, чтобы получше видеть противников. Видим вон товарища, который ездит. 4М ГАЗ. Ну и сейчас будем его пытаться выцелить. Нас тоже видят. Он, как видите, стреляет из пушки, из пулеметов. Хорошо, что не попадают. А мы с первого выстрела прицелились и Т-26 просто. Изи в ангар. Отлично, наш пятый фраг. Наш пятый фраг. Он лучший самый. Ну, здесь мы откатываемся, потому что нас спалили. Спалили. Сейчас будем как-то что-то придумывать. Искать противника. Бои это мои почти, ну, самые первые. Немножко тут я еще не в ладах ни с управлением, с особенностями игры. Потихоньку приближаемся, чтобы сразу прям не спалиться. Переводим прицел. Ищем прострелы. Пока что не видим, но на повторе я вижу, на самом деле, прострел. В бою я его не увидел, к сожалению. Это плохо. А, здесь я, оказывается, нажал на кнопку самолетика. Бугагашечка, да? Ну и решил поучаствовать в воздушной битве на самолете. Шмаляем по какому-то товарищу. Нифига не попадаем, потому что целимся совершенно не туда. Ладно, нам простительно. Мы здесь на самолете в первый раз, что ли, играем. Ну, отлично. Работаем по врагам. Наносим какой-то он вроде бы урон. Даже подожгли его.
на мой взгляд, неплохо. Стреляем снова по врагу, вместо точки повреждения шмаляем ему сам самолет. Естественно, не попадаем, еще бы не попали. Ну, а здесь просто время полета заканчивается. И... стреляя в очередной танк, мы просто возвращаемся к себе на М2. На этот агрегат. Артиллерия на позиции. Вас понял, огонь. Шмаляем артиллерии. Экс. Ну и вон видим очередную нашу цель. Выстрел. И непонятно. Ничего ему не повредили, не пробили. Он просто дамаг нанесли. Вот, конец. Хорошо. Хороший выстрел. Загуслили, остановили. Ну и никак не можем в прицел взять его по-человечески. Я даже решаю немного откатиться, чтобы прострел был лучше. И наконец-таки нахожу его слабое место. И уничтожаю. Ну, по-видимому, я ему что-то кританул, и он в нос не отстреливался совершенно. И это наш 6-й фраг. Неплохо. Исходя из реалий World of Tanks, можно сказать, что мы только что взяли воина. Видим следующий агрегат. Кидаем в него. Неплохо мы его так чпокнули. Но его добили без нас. Даже как фраг он нам не зачелся. Что же делать? Как же быть? Ну, тут как-то вот так. Так, здесь видим агрегат. С первого же выстрела в башню просто уничтожаем. Тут следующий. Стоит Т-26. Премиум. Стреляем в НЛД, в трансмиссию. Он бедолага. Бедолага загорается. Там по нам с фланга отстреливает пулеметный танк. Здесь я промахнулся, к сожалению. Ну, здесь уже сбился. Выстрел. Труп. Это 7-й. Здесь этот пулеметный танк Т-60. Едет. У нас целит. Но мы целим в него и с первого же выстрела в середину корпуса. Попадаем в движок, и он загорается, взрывается, уничтожается. Друзья, 8-й фраг. 8-й фраг уже. Но это радует. Это очень радует. Здесь я решил немножко постоять, подождать, когда же появятся еще цели. Но я их, насколько я помню, так и не дождался. И решаю там ехать дальше. Но противника осталось совсем мало народа, буквально 5 человек. Здесь я снова балуюсь пулеметами. Ну, мне простительно, но только начал играть, ребят. Да, я еще балуюсь. Так, ну, приезжаю в ихнюю базу, начинаю ее палить, никого я не нахожу на ней, никого не видно, где все, ничего не понимаю, где же супостат, начинаю его искать, нигде никого не видно. Сваливаюсь в какие-то горы. Пытаюсь посмотреть, что же есть на второй базе. На второй базе тоже ничего не вижу. Ну и здесь таки нахожу. Нахожу я ребят. Нахожу врагов. Следующий мой противник. Т-26. Где-то впереди. Мне не очень удобно. Я на скале. Вот. Начинаю сводиться. Выстрел. Попадание. Следующий выстрел. Снова попадание. Но эта собака никак не хочет умереть. К сожалению, уже даже, по-моему, башню в мою сторону развернула, а все никак и никак. Здесь у меня прицел сбился, я куда-то в землю шпуляю, непонятно. Как-то вот так. Ну и, наконец-таки, добиваю бедолагу, мой 9-й фраг. Ну, вижу следующую мою цель. На базе Т-26 вражеском. Свожусь, если можно применить такой термин в данной игре. Свожусь, точнее. Ищу прострел. Вроде как он виден, а в то же время и не виден, где-то он там. И тут, к сожалению, появляется БТ-7 появляется и меня убивает. Не успел я поймать вот этот прострел.
пушка никак не склонялась. Тут мне еще он и наводчика выбил, к сожалению. Ну и на М2 9 фрагов я сделал. Появляюсь на следующем танке М2 А4. Тоже первого ранга, естественно. Ну и решаю ехать уже без всяких объездов, обходов, а просто ехать на базу, потому что там супостат берет базу нашу. Нам надо выбить 26 оттуда. Ну и, собственно, не дать свершиться этому страшному, то бишь проигрышу. Давайте ускоримся. Здесь, кстати, видно того БТ-7, который нас убил. Пока что мы едем на базу. Тут стоит Макс. М2-4. Мы заходим в задницу. Вроде как. Я даже не сразу сообразил, что это, собственно, танк. Вот мы в задницу попали. Но убили не мы. Не мы убили. Мы его лишь повредили. Здесь я как-то пытаюсь маневрировать. Ухожу от прострела всякой авиации. Ну, а тем временем тот самый БТ-7, который нас убил. Вон он. Объезжает он с фланга. Я решаю здесь немного постоять. Как-то попытаться сохраниться. Самолет падает. Бедолага. Вон БТ-7. Жалко, что нет прострела. Он еще и в движении, да, куча. Никак я его не выцеливаю. Я решаю не заниматься фигней. Решаю немножко отъехать, собственно. Да. Вот здесь корпус устать и постоять. Просто забрать их нее. Базу, да и все. Ну, вот таки появляется прострел. Я произвожу выстрел. У него пожар. Мы снова выезжаем. И вторым выстрелом, друзья, снова поджигаем этого несчастного бедолагу на БТ-7. И он умирает. Сгорев в огне, в пламени. Он внизу едет еще один. Противник БТ-5. Ну, насколько помню, он уже просто не доедет из-под моста. Там очень мягкий грунт. Его то ли убьют, то ли он просто не доедет. Тем более мы кританули двигатель. Мы видим здесь вот пожар, снова двигатель. То ли его сейчас убьют, то ли я базу возьму. Ну, что-то такое. Да. Ну и, в общем, друзья, победа. Получаем мы кучу медалек, кучу всего. Хороший такой бой, качественный. Мне он очень понравился. Надеюсь, вам он понравился тоже. Я в этом бою получил 3186 очков. Убил, набрал 10 фрагов. Плюс помог еще троих убить. Захватил зону. Ну и даже уничтожил одну наземную цель на самолете. Ну и, к сожалению, один раз умер. Вот такой у нас был бой. Надеюсь, он вам понравился. Если так, ставьте палец вверх. Пишите коммент. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. Всего вам хорошего и удачи.